Нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте рук, по чистоте помещений, по специальной обработке и обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, отметила Анна Попова. По словам главы Всероссийского ведомства, вирус учится жить в человеческой популяции. Главный санитарный врач России, тем не менее, заметила, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется. Ежедневно регистрируемое число случаев заражения коронавирусом снижается. Однако, цитата, «С вирусом нам придется жить долго. На сегодняшний день, планируя следующие 3 месяца, для кого-то это отпускные месяцы, нужно исходить из того, что этот риск остается. Главное, что нужно помнить, в любом случае нужно будет соблюдать требования, и, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется еще соблюдать», приводят слова главы Роспотребнадзора федеральной СМИ.